полностью. Надо было идти на неделю позднее. Карьер не такой известный, правда, как там, где сибирячка или главная карьера. Но тем не менее. Вот халцедоновые прожилочки. Еще и колется. Красота. Шишек сколько. Тут у дятла кузня было видно. Пигматитовая жила, ну вот видно, что вот здесь вот мелкий пигматит. Что тут наворочено всего. О. Вот здесь вот можно прочитать, что их те глипты крупные. Видите? Вот. Была бы классическая жила, тогда можно было сказать, что вот это край здесь ближе к этому. К этому крупняку серединка. Вау, какая интересная. Шматок слюды. Пачка не скажешь, а вот что-то такое. Солнышка нет сегодня. Дождик идет. Поэтому не очень. Красиво. Вот. Вот она. Слюдка. Вот это вот кварчики. Их те глибы такими уже становятся крупненькими. Вот тоже похожий камешочек. То есть, конечно, здесь, если смотреть где, то надо смотреть шпат крупный, слюдку, кварчик. Ну вот здесь вот, видите, вот здесь вот может быть что-то интересное. Кварц, конечно, скорее всего. Здесь тоже не вижу я. Так, ну ладно, камеру уберем. Поработать надо немножко.
Вот сколько шерла тут. Ну какие плашечки пигматита. Вау. Вот видите, слюдка какая. В сибирячке была сиреневая, а здесь непонятно, тоже лепидолит какой-то, наверное. Вот где слюдки больше, туда и надо идти. Вот тоже слюдка. Опять же, шпат не очень. Надо, чтобы блоковый был шпат, а не такой вот. Биотит какой-то идет. Солнышко выглянуло, птички чирикают. Что еще нужно в жизни? Дендриты марганца. Вот такие вот листочки. Ну, шпат красивый вообще такой. И слюдка тут. Красава. Ну, гранат какая-то сыпь попадает, да. Берил здесь может попасть слабенький. Вон какой сахар один. Не думаю, чтоб тут турмалин, кроме шерла. Нет ничего, шерл тут да кварц. Шерл кристаллом. Но он рассыпается. Все шерлом напичкало. И слюдой. Опа. Не знаю, что. В другое время сказал бы берил.
непонятно сечение. Квадратное, что ли. Какая-то оранжеватая половина, а половина серо-зеленого.